Начнем с медитативной небольшой практики. Сегодня вообще каждое занятие, я считаю, что если оно начинается с медитации, это будет более правильно. Почему? Потому что йога, там хатха-йога, хатха-йога — это вообще подготовка к раджа-йоге, да? Если мы во время занятий хатха-йогой делаем то же самое, что вот сейчас мы будем делать, то есть находимся в процессе. Как понять, медитирую я или еще нет? Вот вы сейчас слышите мой голос, все, это уже медитация. Видите меня, у вас внимание удерживается какое-то время на экране. Мысли там не прыгают уже в это время. Медитация. Почувствовали сейчас, давайте, тело свое. То есть мы из неформальной практики, то есть неформальное — это когда мы во время нашей обычной жизни замечаем запахи, замечаем какие-то объекты, формы, цвета, замечаем ощущения в теле. Вот сегодня я полезную штуку мы будем делать. Давайте настроимся сейчас на различные каналчики и полезную штуку. У нас есть фильтры в теле, это почки, печень, да? Вот мы сейчас на них будем настраиваться и прокачивать, то есть вниманием, ощущения в этих местах. Таким образом активируя очистительные процессы, которые у нас после там, ночью и после пробуждения могут происходить. Она же медитация, она же медицинский цигун, она же практика там, работа с вниманием, как хотите называйте. Для начала ровненькую спинку сделайте, любой вариант, хоть на какой-нибудь скамеечке, на табуретке. И посмотрите вокруг, где вы находитесь. Да, неделя начинается у нас с йога-медитативной, с занятий по йоге и медитации, вот в этой студии. Я Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Это для тех, кто вдруг первый раз подключился или подключится в записи. Спасибо. Осмотрите вокруг помещение свое, где вы находитесь. Включите зрительный каналчик. Он у нас, вернее, уже включен давно после пробуждения. Активируйте его. Понаблюдайте за объектами. То есть у нас все, что нас окружает, имеет цвет и форму. Вот понаблюдайте, какой цвет, какие формы вас окружают. То есть длительных мы удержаний не будем делать. Вот минутка, этого достаточно, чтобы уже запускать процессы осознавания. То есть мы осознаем, вот у меня тут часы стоят, компьютер, лампы вот эти я купил, которые сейчас свет хороший появился, коврики у меня лежат. Ну и так далее. Я сейчас не буду перечислять, что у меня есть. Это я, мой ум фиксирует и ага, это. В онлайн-потоке. То есть я не поверхности смотрю, как обычно, и у меня фотографическая память срабатывает, ну, и из памяти просто картинка вылазит, она комната. Все понятно. Обычная, та же самая комната, 20 лет. Нет. Понаблюдайте. Теперь позвольте глазам закрыться. И как говорил Алан Уотс, самый быстрый и лучший способ начать медитировать — это начать слушать. Закройте глаза и начните слушать звуки. Вот я сейчас свой голос пока отключу ненадолго. Послушайте, как возникают, появляются звуки, длятся, исчезают. Или, может быть, у вас какие-то есть постоянные идущие звуки откуда-то, изнутри, снаружи. Послушайте. Просто слушаем. Даже если вы
вы сами отвлекаетесь, это тоже, вы тоже то есть если вы это замечаете, это тоже медитация. То есть, значит, вы в состоянии осознанности находитесь, если вы заметили, что вы, о, я уже думаю. Хорошо, дальше. Почувствуйте запахи. Внимание в ноздри, в носовые проходы. И следующий вдох. С удовольствием вдохните. Почувствуйте ароматы. Какие у вас сейчас там вокруг в вашем пространстве происходит? Как на запах ваше пространство сейчас? Куда бы вы ни пришли, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, всегда есть запахи. Пожалуйста, заметьте сейчас, какой запах присутствует. Хорошо. У нас есть язык. Давайте на язык внимание. Какие-то вкусы могут быть, если вы успели что-то перехватить, выпить, там попить. Вот я сейчас чувствую послевкусие от чая, от воды, которую пил утром, от зубной пасты. Хорошо. Теперь почувствуйте, как вы ощущаете тело. Переключаемся дальше на соматические вещи, то есть на соматику тела, что конкретно вы сейчас чувствуете. Вот я вчера был на медитации, мне было жутко неудобно. У меня мерзли ноги, у меня болела голова, и это были конкретные ощущения, это была моя медитация. Я это ощущал, я в этом был, мне было неприятно. И это тоже медитация, то есть я осознаю, я констатирую, да, это мне неприятно. Голова болит, ноги мерзнут, сидеть неудобно. Тогда, вот вчера это было, мой учитель приезжал. Хорошо, почувствуйте, что сейчас тело чувствует. И теперь осознайте, почувствуйте, почувствуйте, осознайте, внимание куда ушло, значит вы осознаете. То есть это какие-то вот синонимы. Почувствуйте, как ощущается опора, та опора, те части тела, которые являются опорой сейчас. На чем вы сидите, как это ощущается. Вес тела, вот насколько там все, есть ли напряжение, вот давайте таз, промежность, тазобедренные, ноги, низ живота, ягодицы, спина, низ спины. Я перечисляю просто моменты какие, на которые можно обратить внимание. И мы, как бы доверяя больше поверхности, начинаем так расслаблять низ. И он такой тяжелый фундамент становится. И из этого фундамента, как росток прорастает наш позвоночник вверх, макушкой в потолок, макушкой в небо. Представьте вот такую. Можно разные метафоры применять. Но вот представьте, что сегодня это росток, который стремится макушечкой вверх. И как изменилось ощущение в шее, в плечах, в грудной клетке. Как ощущаете позвоночник? Вот обязательное условие всех практик, ну и вообще в повседневной жизни, это чувствовать, как позвоночник себя ощущает. Потому что иногда люди в скрюченном состоянии выполняют какую-то задачу, и это уже становится нормой. Сначала это неудобно, но то, что человек выполняет, например, смотрит какой-нибудь там что-нибудь в компьютере или в телефоне, и это более доминирующий сигнал является, соответственно, я не чувствую, у меня там все перетянуто, пережато, эти межпозвонковые начинают сплющиваться. И это становится нормой, потому что я это не чувствую уже в какой-то момент. Вот сейчас почувствуйте, как ощущается такой вытянутый макушкой вверх, копчиком вниз позвоночник. Как он ощущается, как ощущается брюшная полость. Давайте подышим. Переходим к дыханию.
Обязательная утренняя процедура дыхания, йога, полное дыхание, диафрагмальное дыхание, как хотите называйте. Главное, включите сейчас диафрагму. То есть сильно ее давим вниз, живот вперед, это вдох. То есть живот надулся, ребрышки раздвинулись. Выдох. Расслабились. И пошли. Можно с руками сейчас сначала вдох. Выдох, давайте вместе. Несколько дыханий. Вдох. Выдох. Это и медитация, вдох. И практика дыхания. И если мы в очищение в тонкие выходим, и цигун. Неважно, как это называется, главное, ощущайте, как это происходит. Давайте живот, ребра, ключицы, полностью всю вот эту область легких надуваем, как шарик, во все стороны. Расширяем грудную клетку, живот, спину подключаем. От этого у нас позвоночник вытягивается. А выдох, давайте с довыдохом сейчас. Вдох. Выдох. До выдоха, это значит, что после того, как закончился выдох, мы подтягиваем стенку живота, пупок идет к спине, к позвоночнику, и потом под ребра туда вверх. Обязательная ежедневная процедура. Встали утром, днем и так далее, то есть несколько раз в день. Постепенно это встроится и будет вашей привычкой. Вдох. Выдох. И небольшую паузу. Дыхание используем уджайи. Поджатая горловая щель, тоненькая струйка, пускаем воздух по внутрь и наружу. Хорошо. Поднимаемся. Как вы себя чувствуете? Как изменились ощущения? Как фиксируете все это? Давайте. Встаем на коврик и начинаем уже. Вот желательно встать, если у вас есть возможность, вот в сторону восхода. Сейчас потрясающий тут розовый такой красный восход, прямо, не знаю, потом в сторис скину, если он останется еще. Хорошо. Почувствовали стопы. Мы поменяли положение тела в пространстве, а принцип тот же остался. Теперь у нас стопами мы упираемся в пол и лучики внимания из них пускаем вниз, в землю, в бесконечность туда, в центр земли. Из копчиков в центр земли, из макушки в бесконечность туда, в космос запустили. Расширились. Соединяем небо и землю, как говорят в цигуне. И становимся деревом, возле дерева, как в йоге. Хорошо. И теперь дальше также дышим, ручки через стороны, вдох. Продолжаем дышать, на носочках встаем. Пальчиками коснулись. Начинаем выдох, пробуждать уже тело, вдох, к активным действиям переходим,
Ой, да. На пяточки опускаемся. И еще вдох. Опустились на пяточки. Теперь руки вперед, в прогиб, переходим в мягкий прогиб. Смотрим на пальчики, вдох. Опустились вниз, выдох. Вверх, вдох. Опустили вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Теперь раскрываем грудную клетку, ладошки разворачиваем вверх, вдох. Растягиваем грудные мышцы, лопатки соединяем, смотрим вверх. И как будто бы всех обнимаем, выдох, собираем все в центр таза. Вдох. В пояснице, в прогиб не уходим, только грудной отдел. Выдох. Вдох. Отмечайте, насколько приятно двигаться, дышать, осознавать, что мы конкретно сейчас делаем. Выдох. Внимание, стопы. На носочках подняли. Вдох. На пятках выдох. Покатали. Почувствовали икроножные и вот все мышцы, которые участвуют в этом движении. Прокатали от пятки, внешняя пятка, мизинец. Внешняя пятка, мизинец, вот эту фасцию вот в этой стороне почувствовали. То есть внешние части стопы мы прокатываемся по полу. Внутренняя, большой палец, внутренняя пятка. Арочку стопы почувствовали, эластичную. От наших стоп зависит то, как мы ходим, от состояния стоп и состояния позвоночника. Поэтому давайте я начинаю. Учитывая, что у меня у всех что-то там травмированное, пальчики. Вот остановитесь, посмотрите на свои пальцы. Растопырьте их, поставьте их широко. Если ногтевые пластины все смотрят вверх, это норм. Если где-то что-то подсогнуто, уже отклонение, поэтому это вообще превращается в такие упражнения, в ежедневную обязательно. Давайте внешнее, внутреннее, внешнее. Внутреннее, внешнее, внутреннее, внешнее, внутреннее. На внешний натянули, задержались, вытянулись. Ручки вверх. Ага, внутреннее. Ручки вверх. Вытянулись. Хорошо, опустили. Теперь сжали стопу, разжали, сжали, разжали, сжали. Пальчики сжали. Давайте вместе, вместе с руками. Сжали, разжали, сжали, разжали. То есть с конечности начинаем, сжимаем, разжимаем, ручки вверх, сжимаем, разжимаем, полностью сжали, разжали, ручки в стороны, сжали, разжали, пальцы ног и пальцы рук, синхронизируем движение, вниз, сжали, разжали, сжали, разжали, ага, хорошо, и теперь только пальцы рук, растопырили пальцы, натянули наверх, держим. Сейчас я чуть-чуть добавлю. Вот так поближе поставлю. Мне кажется, вот это вот лучше картинка. Угу. Натянули. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Поскреблись. Активируем структуру головы. Поскреблись. Вот так. Поскреблись в стороны. Вверх. Поскреблись. Пальцы согнуты. Вниз. Скребемся. И вот такие пальчики сделали, как когти. Покрутили. Одну сторону. Другую сторону. Вверх-вниз. Угу. Встряхнули. Встряхиваем. Встряхиваем. Идем в начало, в конец коврика. Опять к стопам идем. И путем сжимания стопы и протягивания
пятки вперед, попробуйте вот такое движение создать. Видно? То есть я сжал стопу, протащил пятку вперед. И такое у меня еще появляется ощущение, что я пяткой бью в пол. Добавляем еще вот эту вибрацию. Лимфодренаж. Бьем. То есть венозный отток. Мы пяточкой бьем. Получается, что как кровь резко двигается вверх. Высвобождается на мгновение работы сердечной мышцы. И венозный отток происходит. Да? Можно отдельно сделать так. Вот так. Ага. Если у вас соседей там нет, постучите. Хорошо. Дальше. Встаем. Правую ножку. И покрутили. Ага. В одну сторону. В другую сторону. Ножку выпрямили. Согнули. Выпрямили. Согнули. И выше. Согнули. И выше. Согнули. Хорошо. Покрутили в тазобедренном. Три. 4, 5, в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Отодвинули в стороны. В сторону. Угу. Назад. Не наклоняйся. Ножку назад. Почувствовали ягодицу. Еще раз вперед. Вперед. Хорошо. И в сторону. Внутрь. Можно чуть-чуть присесть. Чуть-чуть. Внутреннюю часть почувствовали. Хорошо. Встряхнули. Вторую ножку. Приподняли колено. Покрутили в одну сторону. В другую сторону. Угу. Вытянули. Согнули. Вытянули. Согнули. Вытянули, согнули, вытянули, согнули. Покрутили. 1, 2, 3, 4, 5. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Отвели в сторону. До хода. Угу. Назад отвели. Включили всю линию заднюю. Ягодица, бедро, поясница. И вперед. Упс. Вперед. И теперь внутрь. 1. Чуть-чуть присели. На опорной ноге. Хорошо. Встряхнули все. Встряхнули. И давайте пяточками попробуем постучать по ягодицам. Вот не руками, а пятками. 1, 2. Смотрите, получается или нет достать? Слышите? Угу. Хорошо. Поднимаемся выше. Руки на пояс. Вращение в тазобедренных. Вращение тазом. Представьте, что у нас из промежности висит такая гирька. И мы рисуем круги гиркой. Или маятником. В другую сторону. Рисуем, рисуем, круг, угу. Восьмерка, 1, чуть больше, более сложное движение, 2, 3, 4, в другую сторону, 1, все суставчики во всех направлениях отрабатываем, суставная, утренняя, гимнастика, терапия. Хорошо. Теперь зафиксировали таз и верхней частью. 1. Делаем обороты. 2. 3. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. 2. Вдох. Выдох. 3. Вдох.
Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Хорошо. Дыхание. Сейчас вот так бочком встану. Позвоночник. Раскрываем локти в сторону. Вдох делаем. Смотрим вверх. Выдох. Скругляем спинку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Расталкиваем ладошками пространство. Выдох. Заворачиваем руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону вдох. Посерединке выдох. В правую сторону вдох. Посерединке выдох. Посерединке вдох. Выдох. И теперь ножки чуть пошире. Руками захватываем пространство внизу. Проталкиваем его через все тело. Соединяем тыльными частями ладошек. И делаем два круга. Вдох. Выдох. Смотрите внимательно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Спина волной. Вот я сейчас боком встану. Таз назад. И вперед. Раз. Волна запускается. Вдох. Выдох. Вдох. Волной двигаемся. Позвоночником. Вдох. Выдох. И плечики, и локти, все двигается. Вдох. Выдох. Приятные ощущения в спине. Выдох. Хорошо. Плечики. Раз. Вперед поворачиваем. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Вдох. Выдох. Также вся спина работает. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правое плечо. Раз. Назад. Левое плечо. Вперед. Два. Правое назад. Раз. Левое вперед. Правое назад. Левое вперед. Одновременно. Правое вперед, левое назад. Раз. Два. Три. Понаблюдайте, как грудная клетка. Там вся необычность себя чувствует. Левая вперед. Раз. Правая назад. Два. Левая вперед. Раз. Правая назад. Два. Одновременно. Левая вперед, правая назад. Сигналы запускаем в плечи. Хорошо. И еще. И еще вдох. Выдох. Покрути локтями. Пальчики расслаблены. В другую сторону. Активируем сердце, работу сердца. Хорошенько. Хорошо. Встряхнули. Шея. Посмотрели вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Макушка вверх. Посмотрели влево. Вдох. Выдох прямо. Вправо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заглядываем за спину. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Боковые вытяжения. Пальчиками в пол упираемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не знаю, как вам, мне очень приятно ощущать, как постепенно все тело оживает, вытягивается. Вдох. Выдох. Попробуйте вот эти ощущения заметить, уйти. Круговые движения. Раз. Медленно ощущая все мышцы,
Сухожилия. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. В другую сторону вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ай, хорошо. Молодцы. Потерли ладошки. У нас еще, давайте, хоп, потерли ладошки. И еще больше включаем мозги. И еще потерли ладошки. Вот этот быстрый способ включиться. Хорошо. И у нас еще направление осталось движения. Это позвоночника, боковые утяжения. Вдох. Выдох. В другую сторону вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Почувствовали. Вдохнули правым легким. Выдох. Теперь вот это верхнее легкое. Вдох. Ах, хорошо. Выдох. И теперь еще скручивающее положение, то есть скручивание позвоночника. Давайте сделаем вот так вот пальчик, давай большой, смотрим на большой палец, поворачиваемся, делаем вдох, возвращаемся, выдох, меняем пальчики, вдох, возвращаемся, выдох, меняем пальчики, вдох, возвращаемся, выдох, меняем пальчики, вдох, возвращаемся, выдох. Хорошо. И теперь из таза делаем импульс вот так. Раз. Чтобы у нас наши руки, как плети, начали двигаться, как бы удлиняться. Пальцы удлиняются, руки, суставчики все вытягиваются. И наблюдаем, как это движение происходит. Какими мышцами? Вот поясница, тазобедренные, бедра, живот. Ага. Заглядываем за спину. Что там за спиной? Хорошо. Остановились. И можно присесть. Ну, я присяду, чтобы поближе. Еще у нас мышцы остались. Это мышцы вокруг глаз. Глазодвигательные мышцы. Готовимся к этому дню, готовимся к атаке всех вот этих светящихся и всего, что нас окружает, компьютеры, гаджеты и так далее. Давайте, внимание в глаза, тоже обязательная процедура. И вправо-влево начали двигать. Вправо-влево, вправо. Мы сделаем экспресс-комплект. Вправо-влево. Все время осознавая, как мышцы работают. То есть мы их заставляем сейчас двигаться, не двигая головой. Теперь зафиксировали точку вперед, спереди, и головой подвигали. А глаза все время вперед смотрят. Понятна задача? Двигаем головой, глаза в одну точку смотрят. Хорошо. А теперь двигаем головой влево, глаза вправо, головой вправо, глаза влево. Уже в максимальном положении. А. Молодцы. Хорошо. Теперь вверх-вниз. Только глаза. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Хорошо. Теперь взгляд зафиксирован в точку, а голова вверх-вниз двигается. Теперь голова. Взгляд зафиксирован. Точку горизонта.
Хорошо. Теперь голова вверх идет, а глаза максимально вниз. Похожее упражнение, но глаза максимально вниз. Теперь глазами двигаем. Голова вниз, глаза максимально вверх. Итак, меняем. Хорошо, остановились, поморгали, почувствовали мышцы вокруг глаз. Теперь круговые движения по часовой стрелке. Поехали. Другую сторону. Зажмурили, отпустили, зажмурили, отпустили. Растерли ладошки. И теплыми ладонями согрели глазки, открыли глаза под ладошками, расслабили. Важно научиться каждой мышцей тела работать. Что у нас мышцы делают? Сжимается, расслабляется и растягивается. Вот все диапазоны. Соответственно, мы увеличиваем амплитуду между сжатием и вытяжением. И промежуточное состояние, оно основное. Все, что мне сейчас не нужно для того, чтобы сидеть, говорить, дышать, я расслабляю. То есть ничего лишнего. Как только появляется психоэмоциональная нагрузка, лицо может ее изобразить. Тут может быть поджать, если это какой-то страх там, или что-то еще. И вот это вот, если я это чувствую, я вовремя хоп, отпускаю. Оп, распускаю. Ага. Хорошо. А теперь возьмите два пальчика и надавите на глаза. Это у нас будет массаж глаз. Надавливание на глаза. То есть, ну, сильно смотрите по ощущениям, чтобы приятно было. Глазам приятно. То есть мы глазные яблоки сдавили. Досчитали до 20. И это еще одна фишечка и секрет. Отпустили. Держим глаза закрытыми. Как быстро отпустить напряжение внутричерепное в глазах? Как расслабиться быстро? Хорошо. Открываем глаза, поморгали. Восстановили резкость. Хорошо. И то, что вначале мы чуть-чуть не доделали, я это сказал, но мы перешли вот сейчас к суставной гимнастике. Перед тем, как йоговские асаны сделаем, у нас времени не так уже много остается. Давайте следующие несколько дыханий. Нашли печень. Положили ладошку на печень. Правое подреберье. Дышим этим местом. Внимание в это место. Печень. На вдохе сияющий белый свет. Представьте печень, все примерно представляют, как она выглядит. И она вот здесь у нас лежит, большая такая железа. И вы представьте, что она расширяется на вдохе и сжимается на выдохе. И наполняется на вдохе с таким белым, золотистым, солнечным светом. И на выдохе все, что не нужно, все, что в печени есть, мешающего там напряжения, шлаки, непонятно что, все мы на выдохе сбрасываем. Вдох наполняем, как бы этим светом вытесняем все, что не нужно. Выдох, отпускаем, все это стекает в выделительную систему и уходит, и уходит. Дышим печенью. Запоминайте ощущения внутренних органов. Если получилось вот словить, можно руку убрать, как ощущается печень в данном случае. Теперь
Под задние ребра зашли внимание, в почки. Попробуйте почувствовать область почек. Почки на подпочечнике. И подышали почками также. На вдохе их расширяем, наполняем золотистым светом. На выдохе все сжимаем и выдавливаем оттуда все ненужное. В виде такого можно серого дыма это представлять, что серый дым выходит ненужное, золотистый сияющий солнечный свет входит и все наполняет внутри. Подышали почками. Хорошо. Почувствовали печень, почки, это наши фильтры, очистительная система. Хорошо, ну и не только. Дальше, значит, чем у нас утренняя практика будет отличаться от вечерней? Вечерняя, вот завтра, это будет такая, есть такая с 70-х годов, введено такое понятие, как инь-йога, или такая успокаивающая женская энергия, подготавливающий ко сну, длительные задержки, вытяжения, статика такая мягкая, растяжка. Утренняя у нас больше динамики. Встаем в начало коврика, подушки перед грудью. Вот сейчас в самый раз, вот, в это, вот конкретно в это время происходит рассвет. Я его вижу, там облачка, но просветы есть. Делаем вдох. И каждый вдох можно представить, что даже если вы не видите солнце, оно все равно встает сейчас. Каждый вдох представьте, что солнце лучами заполняет всю вашу структуру. И вы начинаете постепенно наполняться и сиять. Наполняться и сиять. Все, что не нужно, на выдохе из стоп мы в виде такого серого дыма выдыхаем. То есть мы энерго Сурья Намаскар делаем. Энерго Прана Сурья Намаскар. Поехали. Руки через стороны вверх. Вдох. Посмотрели. На пальчики. Наклон, выдох. Пальчиками коснулись. Живот на бедра уложили. Правой ногой отшагнули. Вдох. На одно дыхание все делаем. Выдох. Поднимаемся вверх. Ручки вверх. Вдох. Чувствуем сильные ноги. Выдох. Пальчики справа, слева. Опускаемся. Вытягиваемся вперед. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Колено вниз. Вдох. Правое внизу. Выдох. Левую захватили. Вдох. Левой рукой захватили ногу. Выдох. Хорошо. Вытянули переднюю ножку. Вдох, носочек на себя. Сейчас во все стороны растянемся. Выдох, отлично, почувствовали. Отшагнули собаку головой вниз. Вдох. Выдох. На носочках поднялись. Вдох. Опустили таз справа. Выдох. Подняли вверх таз. Вдох. На носочках. Слева опустили. Выдох. Замечаем за ощущением, изменение ощущения. Вдох на носочках. Пятки вниз. Выдох. Посмотрели вперед, в кошку перешли. Вдох. В кошке выдох. Круглая спина. Вдох. Ой, в прогиб. Круглая спина. Выдох. В прогиб. Вдох. Перешли в планку. Выдох. В планке вдох, выдох, боковая планка, на одну руку вдох, ручка вверх, за голову, выдох, таз выше, ножку можно поднять, вдох, держим, выдох, вдох, выдох, хорошо, с другой стороны, вдох, выдох,
Таз толкнули вверх, вдох. Выдох, почувствовали приятное вытяжение, вдох. Молодцы. Планка, вдох. Чатуранга, нижняя планка, выдох. Так, сейчас одну секундочку у меня. Кажется, батарея просит подзарядки. Чуть-чуть не хватило. Сейчас одну секундочку. Подключился к питанию. Продолжаем. Видите, как расцвело. В четвертую переходим вниз. Вдох. Выдох. Колени, грудная клетка, подбородок. Аштанга. Асана. Вдох. 8 точек на полу. Выдох. Перешли таз вниз. Вытащили ребрышки вперед. Поставили перед собой локти. Сфинкс. Вдох. Выдох. Посмотрели с правой стороны на пятки. Вдох. Прямо. Выдох. Слева. Вдох. Выдох. Ребрышки на полу оставляем. Справа. Вдох. Выдох. Чувствуем спинку. Вдох. Тазом толкаем пол. Выдох. Выпрямили руки. Вдох. Кобру перешли. Опустили сфинкса. Выдох. Руки чуть поближе. Вдох. Выдох. Теперь руки под плечи. Вдох. Опустились вниз. Выдох. И еще. Спинку чувствуем. Вдох. Ногами толкнули пол. Выдох. Очень активно воздействуем на почки, на почечники. Здесь вдох. Это секрет воздействия на гормональную систему. Выдох этой асаны. И еще раз вдох. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Посмотрели вперед, шагнули правой ногой. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох, наклон. Вдох, наклоне. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Потянулись. Выдох. Почувствовали, как меняются ощущения. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад. Вдох. Поднялись. Выдох. Ручки вверх. Хорошо. Ставим справа и слева. Выдох. Потянулись. Можно колено в пол поставить, можно вытянутым оставить. Вдох. Потянулись. Пяткой назад. Макушкой вперед. Голова вниз. Выдох. Колено вниз. Левая рука внизу. Вдох. Захватили правой рукой. Натянули ножку. Выдох. Почувствовали приятные ощущения. Вдох. Выдох. Хорошо. Вытянули переднюю ногу. Вдох. Носочек на себя. Выдох. Вытянулись вдоль ноги. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Подышали животом здесь. Вдох. Животом дышим. Выдох. Тянули живот. Вдох. Очень круто здесь брюшным дыханием подышать. Выдох. Втянули. Вдох. Втянули. Выдох. Вдох. Выдох. Левой ногой шагнули. Вдох. Выдох. Приподнялись. Руки через стороны вверх. Вдох. Опустились с наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Да? Выдох. Ноги, ширина таза. Опускаемся
Садимся. Вот такую позу. Ладошки перед собой. Дышим вдох. Спинку вытягиваем вверх, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Сели. Ножки вытянули вперед и вверх. Навасана. Вдох. Носочки на себя. Выдох. От себя. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Чуть таз вперед. Легли на спинку. Ноги вверх. Руки за головой. Носочки на себя. Вдох. От себя. Выдох. На себя. Вдох. От себя. Выдох. Руки в стороны. Носочки на себя. Вдох. Оставили носочки на себя. Выдох. Переопустили стопы слева. Вдох. Посмотрели вправо, вверх, выдох. Стопы справа, вдох, вверх, выдох. Слева, вдох, смотрим вправо, выдох. Справа, вдох, выдох. Слева, вдох, выдох. Пробуем на ладошке зависнуть, вдох, выдох. Руки или за спиной, или за головой. Начинаем уходить в халасану. То есть ручки за спиной, если сложно выйти вот так. Руки за спиной, если сложно выйти без помощи рук. Или замыкаем. Подышали здесь до. Ой, да? До. Выдох, вдох, выдох, опустили спинку, ноги, руки наверху встряхнули, встряхиваем кисти, стопы, встряхнули, 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 встряхнули и легли в шавасану. Легли. Если у вас есть время полежать в шавасане, сделайте 18 дыханий, наблюдая за этими дыханиями. Вдох, то есть расширяем живот, ребрышки. Выдох 18 раз. Полежите самостоятельно. Если уже времени нет, уже пора завтракать, там идти там, на работу и так далее, тогда можно закончить. Кто лежит, лежит. Спасибо всем, кто был в онлайн-режиме, кто будет заниматься по записи.